6 марта президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. Выразив удовлетворение итогами встречи руководителей Азербайджана и Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, глава государства поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за его постоянные усилия в этом направлении. Передав президенту Ильхаму Алиеву приветствие государственного секретаря США, гость подчеркнул, что Энтони Блинкен также считает, что Мюнхенская встреча прошла продуктивно. Глава государства поблагодарил за приветствие, попросил передать его приветствие Энтони Блинкену. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору.